Красноярском крае в многоквартирных домах старые постройки устанавливают лифты, удобные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый такой подъемник появился в Красноярске в одной из высоток на проспекте Свободный. Лифт в доме заменили по программе капитального ремонта. Для того, чтобы в кабину легко помещались инвалидные коляски, пришлось расширить стены шахты. Кроме того, в новом подъемнике установлены стальные круглые поручни и кнопки со шрифтом Брайля. Чтобы смонтировать современные кабины, был выполнен специальный проект. Теперь его будут использовать для установки аналогичных лифтов и в других домах. Мы провели определенную работу по изучению возможностей изготовления лифта. Он серийный, но возможности лифта с расширенным проемом 800 и глубиной кабины в 1100, что позволяло отнести его уже для пользования лиц с физическими недостатками, включая инвалидов-колясочников. Это 150-й лифт, который отремонтировал фонд капитального ремонта вот за последние два года. В Красноярске их отремонтировано более 100 лифтов уже за это время. И по другим городам тоже, где есть такое оборудование, ведутся замены. Ну, конечно, там гораздо меньшее количество. До 2020 года по краткосрочному плану, который утвержден в правительстве Красноярского края, будет отремонтировано около 1000 лифтов.